Мечты о новом железнодорожном вокзале вновь отдалились. В Сургуте вновь отменен конкурс по выбору подрядчика, который выполнит реконструкцию комплекса РЖД. Об этом свидетельствуют данные единой информационной системы в сфере закупок. Ранее Федеральная антимонопольная служба аннулировала результат аукциона, состоявшегося в июне, из-за неравных условий претендентов на победу. Новый конкурс был назначен на 30 июля, но ФАС вновь приостановила его из-за ошибок в документации заказчика. Новая дата для определения исполнителя 28 августа. Вместе с переносом аукциона откладываются и сроки окончания работ. Красивый и большой ЖД-вокзал у нас появится не раньше, чем через 4 года.